Всем привет, меня зовут Элина, и это новое видео на моем канале. Это видео называется «5 вещей, которые я не понимаю». И я их не понимаю не потому, что я глупая, тупая, я не знаю, о чем вы подумали, а просто зачем они нужны. Короче, поймете. Первое, это, конечно же, всеми любимая геометрия. Я не очень люблю геометрию и могу сказать, что я не понимаю того, зачем доказывать, что прямые параллельны, если и так видно, что они никогда не пересекутся и не параллельны. Я не понимаю, почему я себя в голове могу придумать идеальный диалог с ровными словами и все такое, а в жизни, когда я хочу там с кем-то поговорить, мой разговор выходит именно так: привет, это, ну, короче, ладно, я пошел. Я не понимаю, почему перед видео забываю все, что я хотела сказать в видео. Каждый раз, если я не записываю, я забываю просто о чем я хотела рассказать и какая тема была моего видео. Я не понимаю, почему зима, по прогнозу погоды должен быть снег, а у нас его нет. Мне не нравятся мои фотографии, мои старые фотографии, потому что раньше я плохо фотографировалась, мне кажется. Даже то же самое селфи я делала там странным. А еще и редактировала это ужасно. Просто мое лицо все было белое, губы белые, глаза белые, все белое. И какие-то там смайлики повставляла. Но я поэтому и удалила 700 фотографий со своей страницы ВКонтакте. Ну и это было все мое видео, я надеюсь, если тебе нам понравилось, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Пока-пока. И пессимист, и оптимист, и пианист, и баянист, и программист, и шахматист. Смотри канал. И гитарист, и вокалист, и альпинист, и футболист, и журналист, и скандалист. Смотри канал Элины.